Дорогие друзья, приветствуем вас из Швейцарии. Наталья Эдуард Васильева. Сейчас мы находимся в городе Люцерн, на берегу одного из знаменитых швейцарских озер. Дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к нашим новым партнерам, тем, кто только-только-только включается в этот бизнес. У вас будут на пути трудности, имейте в виду. Но что такое трудности? Трудности – это то, что пока для вас непривычно. Обратите внимание, то, что для вас сегодня легко, когда-то некоторое время назад было трудным. То, что сегодня кажется трудным, через некоторое время будет легким. И вот, чтобы трудности вас не остановили, всегда смотрите на большую цель. Вот как та гора. Когда ты фокусируешься на большой цели именно, ты по пути соберешь все остальное, и ни одна трудность тебя в любом случае не остановит.